Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды! Сегодня мы приготовим пиццу ди пепперони, пиццу с перцем, по старинному классическому итальянскому рецепту. В мире существует множество способов приготовления пиццы. И что в одних странах считается нормой, в других считается смертным грехом. Так, например, в Америке в пиццу добавляют кетчуп. Итальянцы же хватаются при этом за голову и кричат: «Это невозможно, это не по правилам». Вот и с сегодняшней нашей пиццей, пиццей пепперони, есть большие разногласия. Американцы считают, что эту пиццу надо готовить обязательно с острой колбаской, которую они называют пепперони. Но пепперони – это итальянское слово и обозначает стручковый перец. А родина пиццы – все же Италия. Так сейчас мы приготовим классическую старинную итальянскую пиццу с перцем. А для этого нам понадобится для тонкого теста 500 граммов муки мягких сортов пшеницы, 7 граммов сухих дрожжей, 300 мл теплой воды и 10 граммов соли. А для начинки пиццы пепперони нам понадобится 3 болгарских перца разных цветов, 1 луковица, 150 граммов сыра моцарелла, сыр пармезан, оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец, орегано, перец чили. Первым делом мы 300 мл теплой воды засыпаем 7 граммов сухих дрожжей. Все перемешиваем ложкой и оставляем минут на 15. 500 граммов муки я пересыпаю в миску. Добавляю туда 1 чайную ложку соли и все перемешиваю. Дрожжи настоялись. Теперь мы переливаем их в муку и начинаем вымешивать. Сначала ложкой, а потом руками. Мука перемешалась с водой. Теперь мы присыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем тесто на нее. Дальше продолжаем месить на открытой поверхности. Тесто для пиццы должно быть очень однородно. Поэтому мы его одной рукой оттягиваем, а другой прижимаем вот этой частью. Тесто надо интенсивно месить где-то минут 15-20. Не жалейте своих рук, зато пицца будет гораздо вкуснее. Тесто готово. А сейчас мы его разрезаем на 4 части и из каждой части будем вымешивать ровные упругие шарики. Края у теста обязательно подворачиваем вовнутрь. Тогда у нас будут очень упругие, очень хорошие шарики для пиццы. Тесто должно получиться очень упругим, и при нажатии оно должно пружинить. Поднос присыпаем манкой и выкладываем наши заготовки на него. И накрываем все влажным полотенцем. Ставим в теплое место без сквозняков ровно на 2 часа. Наше тесто должно увеличиваться в 2 раза. Пока наше тесто растаивается, я начинаю готовить соус для пиццы. Для этого я разогреваю сковородку, наливаю туда оливковое масло и режу лук полукольцами. Лук бросаю в сковородку. И пока он там обжаривается, я начинаю резать пополам перец и вынимать из него перегородки и косточки. Перец нарезаем кубиками. Thank you.
Я люблю, чтобы еда была острая, поэтому нарежу перец чили. Ну а вы как хотите, можете обойтись и без него. Добавляем наш перец к луку и жарим несколько минут на малом огне. Не забываем все перемешивать. Перец начал выделять сок, а теперь все надо посолить и поперчить. Посолили и перец. И добавим еще одну чайную ложку орегано. А знаете, официальная итальянская кухня считает, что в пиццу можно добавлять только две травы – либо орегано, либо зеленый базилик. И все перемешиваем. Ну и нальем немного обычной воды. Пусть наш перечный соус немного потушится. Ну, где-то минут 10-15. Наш ароматный соус готов, и перцы, как принято говорить, поженились внутри него. Теперь поставим его в сторону, пусть остывает, а сами подождем, когда подойдет тесто. Прошло 2 часа, тесто увеличилось 2 раза. Начинаем формировать лепешку. Только руками, никакой скалки. Растягиваем двумя руками по кругу, не забывая оставлять бортики, где-то приблизительно размером 1 сантиметр. Диаметр стандартной пиццы должен быть равен 30 сантиметрам. Пальцами выравниваем края, чтобы соус из пиццы не вытекал. Присыпаем поднос манкой или панировочными сухарями и выкладываем пиццу на поднос. Соус выкладываем на пиццу и равномерно распределяем по ней. Моцареллу рвем руками и кладем сверху. И немного пармезана. Пиццу сбрызгиваю сверху оливковым маслом и убираю в духовку, разогретую до 250 градусов по максимуму. Минут на 8-10. Прошло 10 минут, и пицца готова. Достаем. Обычно пиццу режут на 4, 6 или 8 кусков. Итальянцы пиццу обычно едят прямо руками, сворачивая пополам, как книгу, а либро, говорят они. Ну, а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, пишите комментарии. Не могу удержаться, начинаю есть пиццу прямо сейчас.